Это рубрика «Честная покупка». Здравствуйте, уважаемые аквариумисты и те, кто только начинает свой путь. Ассортимент внутренних фильтров сегодня огромен, но как же во всем этом разнообразии разобраться, какой внутренний фильтр подойдет именно вашему аквариуму? Давайте разбираться вместе. Кстати говоря, не забывайте о конкурсе. В этом видео прозвучит уже второе слово, которое приведет вас к победе. Под этим видео находится описание конкурса, так что обязательно посмотрите его. А если вы пропустили прошлое видео, вот ссылка. Что такое наноаквариумы, я уже рассказывал в прошлом видео. В этом видео давайте посмотрим, какие же внутренние фильтры есть у компании Aquael для наноаквариумов. И начнем вот с этого замечательного фильтра Fun Mini. Нередко фильтры серии Fun можно встретить в аквариумных стойках, в частных и сетевых зоомагазинах и аквасалонах, что говорит о надежности и долговечности этого оборудования. Продавцам невыгодно устанавливать в своих стойках технику, которая подводит. Свою популярность фильтры серии Fun получили не только за надежность. Они просты в установке и обслуживании, а с его конструкцией разберется даже ребенок. Давайте откроем коробочку и убедимся в этом. Чаще всего фильтры имеют черный цвет. Так они не бросаются в глаза, особенно если фон аквариума имеет темные тона. На фоне черного цвета идеально выглядят яркого цвета аквариумные жители и растения. Длина кабеля питания 150 см. Напряжение сети 220-240 вольт. В комплекте присутствует силиконовая трубка оптимальной длины для захвата воздуха и аэрации воды в аквариуме. При желании и необходимости можно приобрести трубку длиннее. Адаптер. К этому адаптеру и подсоединяется силиконовая трубка. На свободный конец трубки одевается регулятор силы аэрирования. К адаптеру присоединяется насадка для направления потока. В комплекте также имеется кронштейн для подвешивания фильтра на стекло аквариума. На нем присутствует специальное отверстие для закрепления регулятора аэрации. Кронштейн одеваем в держатель фильтра и подгоняем необходимую высоту. Четыре мощные присоски одеваются в держатель. Теперь можно установить фильтр. Сам фильтр состоит из головки фильтра, многими любимого стаканчика и фильтрующего материала, то есть губки, которые находятся внутри этого фильтра. Точно такая же комплектация у Fun Macro. Единственное, что размер этого фильтра вообще микроскопический, очень-очень маленький. Таким образом, у нас получается есть три фильтра, которые идеально подходят для аквариумов небольшого объема. Наноаквариумы плотно вошли в мир аквариумистики и, возможно, на данный момент являются самыми распространенными аквариумами. На это повлияла не мода, а компактность, ведь наноаквариум легко помещается в свободный уголок даже маленькой квартиры или вовсе на рабочем столе в офисе. По своему незнанию, многие обыватели в качестве подарка ребенку покупают аквариум маленького объема,
якобы ребенку будет проще за ним ухаживать. Однако с маленьким аквариумом намного больше мороки. Все потому, что стабилизировать и удержать биологическое равновесие в таком аквариуме намного сложнее. Именно поэтому так важно установить хорошую фильтрацию. Фильтрацию, в которой вы будете уверены не на 100, а на все 200%. Фильтр, который устанавливается в маленьком объеме, должен отвечать ряду критериев. Он должен быть маленьким, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. При этом крепление должно быть надежным и не громоздким. Помимо этого, очень важно, чтобы у фильтра была оптимальная мощность. Слишком мощный фильтр создаст в маленьком аквариуме стиральную машинку. Машинку, в которой будут крутиться не белье, а живые аквариумные жители. Если фильтр будет слабым, то о чистом аквариуме можно и не мечтать. У идеального внутреннего фильтра для наноаквариума обязательно должна быть регулировка мощности. Также желательно, чтобы этот фильтр не издавал сильный гул. Ну и напоследок, такой фильтр должен быть простым в использовании. На что надо обратить внимание при покупке фильтра для маленького аквариума? Ну, как минимум, рано или поздно вам понадобится по-любому фильтрующий элемент дополнительный. Также хочу показать то, что... Убираться в аквариуме тоже нужно, невзирая на то, что он маленький, причем в маленьком аквариуме, скорее всего, убираться придется намного чаще. Поэтому обязательно нужен сифон для аквариума. И вот такой вот замечательный сачок, который удобно хранить, потому что он не занимает очень много места. Его можно собрать и аккуратно положить в укромное местечко. Как вы уже поняли, модели PAD Mini, Fun Micro и Fun Mini подходят для аквариумов малого объема. В чем же основные различия этих моделей? PAD Mini лучше всего использовать для аквариумов с беспозвоночными. Fun Micro обладает оптимальной мощностью для аквариумов до 30 литров. Да и смотрится он идеально. Fun Mini рекомендуется для аквариумов от 30 литров. Фильтры серии Fun неплохо зарекомендовали себя в нестандартных аквариумах, например, в аквариумах цилиндрической формы или вовсе шарообразных. А теперь я хочу поблагодарить вас за отзывы к прошлому видео. Давайте посмотрим на них. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти фильтры можно докомплектовать, сделать их еще более интересными. Например, докупить стерилизатор UV. Стерилизация воды в аквариуме помогает уничтожать находящиеся в ней патогенные бактерии, плавающие водоросли и простейшие микроорганизмы. Помимо этого, часто в продаже встречается флейта, она же дождик, дождеватель или спринклер. Это вот такая насадка, предназначенная для равномерного распределения воды, входящей из выпускной трубки фильтра. Такое приспособление позволяет уменьшить передвижение воды в аквариуме, ограничивая ее основной поток. Это устройство особенно важно использовать, если в аквариуме живут рыбки, которым не нужно течение. Установить можно и под водой, и над водой. Эффект интересный в обоих случаях. Помните о том, что движение воды на поверхности повышает ее насыщение кислородом и тем самым улучшает условия жизни рыб и других аквариумных жителей.
Теперь вы точно знаете, какой внутренний фильтр подобрать для маленького аквариума. И на этом у меня все. Как все? Мы же забыли самое главное. А, точно, не забудьте подписаться в инстаграме на канал Параквариумистика. Да нет же, не это. А что? Мы забыли сказать кодовое слово для конкурса. Тогда у тебя есть такая возможность. И акварель. Теперь у меня точно все. Всего доброго вам и вашим близким.